Традиционный рождественский турнир в этом году встречал талантливых молодых спортсменов из разных уголков Беларуси. Более 80 лучников страны на протяжении 3 дней будут сражаться за главные награды чемпионата с большой историей и традициями. Уважаемые участники соревнований, как руководитель федерации, как руководитель города, прежде всего поздравляю вас с наступившим новым 2017 годом. Ваш турнир, наш турнир стал такой ежегодной изюминкой, рождественской изюминкой в целом спортивной жизни города Бреста. В этом году в городе Бресте будет продолжена работа по совершенствованию материальной базы нашего лукодрома, и вы еще приятно удивитесь тем уровнем развития именно стрельбы из лука, который есть и будет в городе Бресте. Всем удачи и с наступившими праздниками! В 22-й раз Брест принимает спортивный турнир «Рождественские встречи». И это оправдано. Региональная команда считается одной из лучших в стране. Созданная материально-техническая база и коллектив профессионалов-педагогов готовят в городе над Бугом чемпионов мира и Европы. У каждого из этих ребят также есть шанс пополнить большую семью призеров. Представлена вся полностью страна. Вся национальная команда. То есть самые сильные спортсмены Беларуси. Вот. Ну, цель наших этих соревнований, во-первых, проверить нашу готовность в начале сезона. Во-вторых, это один из основных стартов, на которых будут отбираться спортсмены для участия в чемпионате Европы во Франции, в зимнем чемпионате Европы. Будем подготавливаться к тем соревнованиям, которые будут в Минске, это стайки. И на этих соревнованиях, в принципе, показать хороший свой результат, к чему шла. Потому что усилия были приложены конкретные. Победители 22-го открытого республиканского турнира пополнят ряды национальной команды, которая в марте представит Беларусь на чемпионате во Франции. Так что болеем за наших.